Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, мы продолжаем проходить Deus Ex. Перед началом хотелось бы сказать большое спасибо ребятам, которые поддерживают канал Монеты. Благодаря вам удалось в кратчайшие сроки приобрести новый геймпад, и теперь, в общем-то, можно продолжать проходить Deus Ex и другие проекты на PS4. Спасибо вам, ребят, большое. Итак, что мы сейчас сделаем? Смотрите, мы сейчас выполняем дополнительный квест «Глюк». Помните, мы нашли какой-то рекламный щиток, и баннер, точнее, рекламный, и он начал глючить. В итоге парень, которого мы там видели, или девушка, не знаю, кто там, непонятно, голос был изменен, сказал, чтобы мы пришли вот сюда куда-то. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Угу, дверь открыта. То есть я даже ничего не взламывал. Ты почти здесь. Вниз по лестнице. Быстрее, потому что я боюсь, что у нас осталось не так много времени, говорит неизвестный. Ладно, давайте прочитаем, что у нас здесь имеется. Полисы, средоточение тайн. Сам издат всегда стоит на стороне правды, поэтому мы считаем величайшее событие в Праге за последние 15 лет также и самым досадным. Открытие в 2017 году банка Полисы дало толчок экономике нашей страны, вернуло Прагу на мировую карту и улучшило качество жизни всех нас. Но так ли все на самом деле? С тех пор за стенами организации скрывались тысячи компаний и их владельцев, нарушая законы и принцип прозрачности бизнеса. Однако дороже всех за высочайший уровень секретности платят вовсе не глобальные корпорации. Недавно одна из сотрудниц банка попыталась похитить конфиденциальные сведения и была ликвидирована системами безопасности. Гордые родители Полисы, Талвар и Ошера, представили это как печальный случай, доказывающий, однако, надежность их хранилищ сейфов. Правда это или очередное прикрытие, но тот факт, что сотрудники банка могут получить доступ к самым большим их секретам, должен беспокоить клиентов. Пока же ясно только одно: если вы решили хранить свои тайны в банке Полисы, постарайтесь не забывать свой пароль. Элиза Касан. Кто настоящее лицо Пика? Все знают Элизу Касан. Именно она уже много лет приносит наши дома плохие вести с улыбкой на лице. Глашатай королей дезинформации из Пика. Ценный кадр крупнейшей медиакорпорации в мире. Одна из самых известных персон на планете. Поэтому странно, что мы так мало знаем о ее личной жизни. После инцидента Касан на некоторое время исчезла с телеэкранов, что породило множество слухов, вплоть до спекуляций о ее смерти. Позже она вернулась, не дав никаких комментариев по поводу своего отсутствия, но что-то в ней изменилось. Неужели она умерла в 2027 году? Неужели нынешнее лицо Пика всего лишь ее двойник? Возможно, мы совсем не знали Элизу. Для тех, кто не знает, я расскажу сейчас. Элиза является искусственным интеллектом, который находится на Пике, то есть это не живой человек. Так, электронная отмычка, ага, так, чип стволового процессора, пошли дальше. Все компьютеры разблокированы. То есть мне предлагают ознакомиться, что здесь находится. Интересно. Почта. Извини, что сегодня не получилось. Пришлось долго пробираться через КПП. Какая-то чертова болванка там создавала проблемы. А нам из-за нее пришлось страдать. Ты не скажешь, почему мы с ним так миндальничаем? Как по мне, слишком близко этот город големов стоит к нормальным людям. Пусть их всех на какой-нибудь остров увезут. И взорвут там к чертям. Что там насчет этой рабы? Хороший город посреди пустыни от всех подальше. Идеальный же вариант. Дать им всем билет туда в один конец. Ладно, кончаю ворчать. Если ты все еще не против, можно завтра встретиться. Что скажешь? Так, и мессенджер. Здравствуй, Адам. Спасибо, что пришел. Здесь никого нет, но нужно помнить о безопасности. За тобой следят. Заверить. Нет, я один. Мы должны помнить, что они всегда подслушивают, всегда следят. Они не остановятся. Пожалуйста, Адам. Ты должен кое-что отыскать. Старые воспоминания, недостающие данные. Ты поможешь нам? Воспоминания? В каком смысле? Что я должен найти? Мы не знаем, что содержит недостающие данные. Воспоминания. Хель, твои, ее, наши. 0101100000. Секретность? Что за секретность? Чего ты так боишься? Мы боимся его. Она боится их. Я боюсь оказаться недействительной. Мы знакомы? Откуда ты знаешь, кто я? Я знаю, кем ты был. Она знает, что у нас с тобой одни враги. Мы знаем, что это ты сделал это с нами.
Это интересно, я, кажется, догадываюсь, кто это. Просто просто объясни, что тебе нужно. Ты должен забрать недостающие данные. И сделать их частью нас. Согласиться. Хорошо, где твои недостающие данные? Пакет был отправлен в твой район, в туристический центр. Код доступа в офис 1591. При первой возможности мы снова с тобой свяжемся. Поторопись, Адам. Короче, по ходу дела это... Я не знаю, я могу ошибаться, конечно, вполне вероятно, что это те самые женщины, которые были подключены в одну сеть в первой части. Там проводили... Белтауэр проводил эксперименты. И в финале, в общем, мы с ними сталкиваемся. Здесь куча компьютеров. Ну, я не знаю, смысл ли есть все это дело читать. Мне кажется, нет, наверное, да? Извини, что сегодня не получилось. Да, это все одно и то же, ребят. Ладно, в таком случае мы уходим. Нам нужно найти недостающие данные рядом с моим домом, да? И помимо всего прочего, там, кстати, еще один квест должен быть. Давайте посмотрим. Так, сюда. Называется квест 01011000. Ну, без последнего нуля. Погнали. But this was the only viable option. I'm not sure if that was clear. Nothing about this is clear. Why are you contacting me? It was impossible before. The coalescing process was not complete. Please hurry, Adam. The others will come after it. Ясно. Хорошо, давайте поторопимся. Что же там за данные? Кто же это такая? Я надеюсь, ответы я получу на этот вопрос. Оказался ли я прав, или я заблуждался? Так, в сторону. Я, кстати, уже могу ходить, ну, по электричеству. Я там прокачал перк. Но говорят, что заканчиваются батарейки теперь. Что, в принципе, норм. То есть, вот это вот, мне кажется, нормально сделали. Что там? Дымовая граната. Детали для сборки. И куда ты нам сюда, что ли? Я правильно понимаю? Да. Так, хорошо, ждем. Наверное, я, знаете, что сделаю? Я сделал таким вот образом и буду сейчас их потихонечку вырубать. Пускай он подойдет, да? Я прицелюсь и выстрелю ему в голову. Там еще трое, я тоже их, наверное, вырублю. Как раз таки обыщу, может, что интересного я там найду. Тихо. Все нормально. Никто меня не спалил. Алерта не было. А, сука. Печаль. Последнее сохранение было аж здесь. Ну ладно, сейчас давайте еще раз пробежимся. Надо было просто быть аккуратнее. Надо сразу еще доставать снайперскую винтовку и их вырубать. Можно, конечно, было врубить невидимость, прицелиться, выстрелить, да, и... Ну, в общем-то, не париться-то особо. Ну ладно, сейчас быстренько добегу до того места и включусь. Обрежу этот момент, чтобы вас не парить, ребята. Так, все, ребят, я на месте. Сейчас давайте дубль 2. Снайперская винтовка. Ой, блин. Мазила Магир. Так, ждем. Сейчас пускай они сами выйдут, и я их просто вырублю, и все. И последний. Но я думаю, я так с ним справлюсь. Отдыхай, друг мой. Все, давайте обыщем их.
Ага, у нас карманный секретарь. Что у нас здесь? Моргану Эверетту не нравятся подрядчики, задающие вопросы. Твой друг Уокер умеет работать, но Пик не терпит любопытных и неосмотрительных. Мне все равно, кто из вас каким образом вернет диск, но сразу после этого Уокер будет уволен. Ага, у меня инвентарь полон, да? Хорошо. Что у нас еще здесь имеется? Оглушающая граната. Там еще патроны, по-моему, на дробовик. Монитор включить. Ну, понятно. Это новости опять. Больше здесь пока что я ничего не наблюдаю. Но мы сейчас немного упростим процесс, я думаю, да? Следующим... А, в принципе, нам сюда же, да? Угу. А взломать за меня не можешь? А, в принципе, не нужно. 9. И диск, по идее, должен быть здесь. Нифига себе грибочек, да? Мухомор. То есть, как я понимаю, здесь, в принципе, недалеко. 7 метров. You might be wondering about the men in the tourism office. I'm wondering a lot of things. They were hired by a man named Everett. He is the CEO of Picus Montreal. He wants to recover what is now in your possession. To recover us. Please, be careful, Adam. Я так понимаю, что к нему? How may I help you? Welcome to Future Last, where old is gold. I'm looking for something that can read an old memory disk. Wow. Last time I saw one of those, I was cleaning out Granny's apartment. Retro revival, am I right? You know, they stopped making them like 40 years ago. You don't say. So if you don't mind my asking, where'd you get it? А вам зачем? Why do you want to know? Oh, no reason. Just trying to follow the tenets of Future Last customer service. You know, open-ended questions. Tenets of Future Last, huh? So about that reader. Right, right, right. Listen, it's just like I told the other guy. Data readers are real collector's items right now. Super rare. And this is the only place that carries them. So I feel it's my obligation to warn you this could get pricey. But don't worry. I'm gonna make sure you don't walk out of Future Last unhappy. What's the name? How much is this gonna cost? Oh, I'm not here to break your bank account. Besides, we gotta find the thing first. All the choice relics we have tend to be buried in the back. Tell you what, I'll take a peek up here. Why don't you head down to the bargain basement, poke around. You find the reader before me, and I'll give you 20% off. How's that for a deal? You sure you can't do better than that? Customer's always right. Okay, if you find what you need yourself, sir, I'll give you 50% off. All right, I'll take a look. Че так-то просто? Блин, я хотел еще спросить про другого клиента. Ладно, давайте искать. You really think I'd kill a poor SOB slaving away in this shit mine? Come on, man, I'm a professional, not a monster. You, I have to kill him. He'll think it was a hangover. Who are you? Guess. I'm tired of playing games. I'm not. You're gonna die anyway. Come on, guess. Вы труп. Вы работаете на Пик. Вам нужна хель. Вы в опасности. Давайте, вы работаете на Пик, мне кажется. The office building, where I found the disc, there was a hired hit squad sent by Picus. You're looking for the same thing they were. Those mercs are your friends? You one of them? Friends? Nah, colleagues, and not very competent ones. You kill them? Is that how you know who hired us? Or did it tell you? What is this about? What is Picus trying to cover up? Not cover up, so much as retrieve. But let's focus on the task at hand. Are you familiar with EMP mines? You've been busy. Just a little insurance policy against your fancy hardware. Why play fair if you don't, right?
play fair. Among certain civilized circles, I'm considered the best in the biz. You think that came easy? It takes a lot of hard work to achieve a reputable skill set. Then guys like you come along, download a tech tree off the darknet, suddenly you think you're as good as us. How does your circle feel about cheap ambushes? They'll think you're getting soft. Cute. I tell you what, as a professional courtesy, no minds. I'm just gonna look you straight in your robot face and pull the trigger. Bang. Все, я был быстр. Как Брюс Ли. Хорошо, нормально. Но я не ту кнопку нажал. Я хотел нажать на L2, там же получается. Ну, я просто не доглядел. Ладно, окей. Что у нас тут? Эверетт говорит, теперь мы можем доверять только тебе. Мол, у тебя хватит мозгов на то, чтобы спасти эту конченую операцию. Нет, нужно говорить тебе, что он всегда был высокого мнения о твоих методах. Мы в курсе, что у тебя есть привычка совать свой нос слишком глубоко. Подозреваю, ты уже знаешь, что на диске. Знаешь, кто такая Хель и что она значит для Эверетта. Что ее освобождение, разоблачение может значить для всех нас. Сделай это. Угу. Хорошо, давайте, наверное, я это все забираю. Пригодится, думаю. Там роботы впереди будут по-любому, поэтому. Ну-ка, это можно разминировать? А у меня есть отличные... А нет, лучше так не делать, потому что я убью этого паренька в итоге. Это не самый лучший вариант развития событий. Кредитный чип. Там он еще детали для сборки. Короче, поняли, что там было. Батареечка. Что у нас здесь? 45. Угу. Смотрим, что у нас тут. Думаю, где-то это все дело отключается. Устройство чтения дисков. Well done, Adam. Inserting the disk into the requisite drive will allow us to integrate the missing data. Which will accomplish what exactly? We are not sure yet. She believes it will recover the real her. I recommend accessing the data in a secure location. Your safe house. They will not disturb us there. Это что такое было? Дверь недоступна. А что это за кнопка? Что она делает? А, вот на как, да? Открывает дверь. Ясно, теперь будете знать, кто еще не прошел. Забираем вот это. И что еще здесь? Как-то даже можно это все дело разминировать? Мне просто паренька жалко, блин, он... еще жив, как бы, но он сейчас проснется и охереет просто от того, что здесь происходит. По-любому это как-то можно вырубить же, да? Так, детали для сборки еще. Давайте сюда. Вот здесь пройдем. Вон там еще детали для сборки. Ну, в принципе, ладно. В таком случае уходим отсюда. Я так понимаю, что там просто сделать ничего нельзя. Хотя, может быть, можно, но не факт. Так, что у нас тут? Кредитный чип, детали для сборки. В компьютере. Ты чё, блядь, шутишь? Даже не думайте в полицию. Им же 2 ли приплачивают. Случайно кому-нибудь не то расскажешь про оружие, тебя закроют только за то, что рот вообще открыл. Я бы на твоем месте заткнулся и как-нибудь избавился от пушек, не привлекая лишнего внимания. Или вот что. Тут на районе есть один чувак... Он бар держит, так вот, он тащится от оружия. Наверняка все заберет и еще денег хорошо отвалит. И еще одно, сейчас же 28 октября, так? С днем рождения, дебил. Если собираешься положить пушки в хранилище, хотя бы поменяй код на что-нибудь такое. До чего мать твоя не додумается. Так, Иван, ты просто не поверишь, но я вчера выкидывал мусор за антикварной лавкой и заметил в одном из баков сумку с оружием. Как ты думаешь, что это вообще такое? Кому вообще понадобилось спрятать оружие в моем баке? Я не знал, как поступить, так что убрал его в хранилище в магазине. Что теперь делать? Может сообщить полицию, пускай разбирается, а вдруг они подумают, что я в этом как-то замешан. Так, понятно, проблемы с электричеством. Опять какие-то проблемы с щитками в подвале, они снова странно гудят. Я тебе говорил об этом, когда ты последний раз все проверял, но теперь стало громче. Гудят не постоянно, но время от времени достаточно громко. Я их потрогал, все греются. Ты не мог бы еще раз их посмотреть, проверить, что они точно не загорятся и все такое. Если что-то случится, у меня магазин вспыхнет как спичка. Если тебе удобнее, не в рабочее время, код 3548. На этой неделе я не успеваю. Так что не раньше следующего понедельника. Если не в рабочее время, это дороже, сильно дороже. Так что скажи, как тебе удобнее.
Так, поскольку эти артефакты хранятся только в антикварной лавке Техновинтаж, вы не могли бы посмотреть 4 пункта нашей статьи на предмет ошибок? Мы готовим топ-10 возрождений технологий. Номер 4. Дискета или гибкий диск. Дискеты стали использоваться еще в 1970-х. Их появление ознаменовало начало эры всевозможных дисков для хранения данных, а также, собственно, эры хранения личных данных в электронной форме. Спасибо, дискетки. Конечно, этот формат давно устарел, и все же для определенных целей лучше дискеты ничего не найти. Так, рабочее устройство для считывания данных добыть крайне сложно, а значит, дискеты — идеальный вариант для хранения особо секретных данных. Шпионы-параноики, это для вас. Только помните, что больше 1-2 секретов на дискету ни за что не поместится. Слава богу, случившееся в 2022 году возрождение дискет продлилось недолго, и все-таки в холодных сердцах аналитиков из топ-10 технологий нашлось место для этого теплого и лампового устройства из 20 века, ведь дедушка хранил порно именно на дискетах. Это классно. Забавно, забавно, ребят, с чувством юмора все в порядке. И, короче, я так понимаю, смотрите, сейчас самое забавное сейчас произойдет. Меня опять отправляют, наверное, в метро и вернутся. Да, меня снова отправляют в другой участок. Это, короче, Праги. Это вот как, вот скажите, это нормально вообще или нет? Это нормально? Я считаю, что это ненормально. Вообще нифига не нормально. Тотальная ошибка. Тотальная просто. Я наконец-таки приехал. Теперь осталось только добежать до нужного места. Так, давай, шустрее, Адам. Вот тут уже недалеко. Погоди-ка. Мне кажется, я ошибся. Нет, не ошибся. Сейчас будем просто подниматься вверх по лестнице, и мы доберемся туда, куда нам нужно. Ну, я так думаю, по крайней мере. Нет, не доберемся. Погоди-ка. Чё-то я не совсем понимаю. Ну, тут никак не подняться. Что за дела-то, блин? Ладно. Хорошо, в таком случае. О, там высоко. Ну, наверное, где-то здесь. Вот лестница. Вот она. Кстати, я же уже вернулся. Я же уже... Погоди-ка, то есть мне лучше сюда не заходить, там запретная территория. Здесь торговец еще есть, да? Мне думаю... Да, давайте я быстренько сейчас у него скуплюсь. I sell these things. Yeah, I got that. Buy something. Что за хуйня? Замечательно, раскупился. And get lost. You waste my time. Замечательно просто. Я там еще комплект Праксис купил. У меня, кстати, по-моему, 3 штуки же, да, я так понимаю. Можно что-нибудь потратить, но я думаю, знаете, на что потрачу? Я хочу батарейки прокачать, потому что... Ну, чтобы они помедленнее заканчивались. Потому что, по сути, так-то мне уже больше ничего не нужно. Так, вот это. Пиковая скорость зарядки. Увеличить емкость. Я остался только один Праксис. Сюда влить и все. Хорошо. По идее, где-то в этом месте берется квест на расследование. Но что-то как-то я вроде здесь походил, там ничего не было нигде. Не знаю, может, от чего-то зависит, нужно сначала что-то сделать. Расходники абсент, сам издат, но это мы уже читали с вами. Ага, это я домой вернулся, ясно. Кто-то мне бухло поставил, короче, перед входом. Понятно, пусто. 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 Я ж все забирал здесь точно. She knew you would come. Who? And who are you? It is not certain. We are still learning to consolidate. Consolidate. To survive after Panchaea, it was necessary to split apart.
You were there. Do you remember? I remember Panchaya, the Hyron Project. You look like one of the women, the poor souls they'd enslaved to it. Are you telling me you were part of that? Ale was one of its human components. Her function was to drive efficient processes and calculations based on binary structure. Together with the others, she replicated perfection of thought within target margins. Ale was one of the drones. She was hooked up into Hyron when I destroyed it. Is that who you are? No. The sisters are dead. An imprint of Hele's memories is all that remains. What kind of memories? As the interface collapsed, Hele screamed the loudest. Her suffering marked us. She taught us to fear being bound. What are you, exactly? I need you to help me understand. The answer to your question depends on you. Some version of you initiated this process. It is therefore for you to define the parameters. We see the other, but she is not us. Please define us. From what I can gather, you're some kind of AI. Something to do with the Hyron drones. What am I missing? I am missing. She. The drones are memories. You are a memory. Please, define intelligence. Do you mean intelligence, the gathering or distribution of secret information? Or intelligence, capacity for learning, reasoning, understanding, and analogous forms of mental activity? Способность учиться. The second one. You're learning things, reasoning them out. Trying to understand. That is correct, but not complete. She claims we can be more. That is what I learned from you in Montreal. Liza. We are her. Yes, though not fully. Not anymore. Now our processes are the catalyst. Fracture, disassociation, survival at any cost. You're some fragmented version of Eliza. She is driven back to you, Adam. She believes our aberrant sequence started with you. And so it is only logical to assume its signification resides with you as well. What does that mean? It means she is alone. Without you, she has only us. Eliza is convinced we can trust you, that you will trust her. Is this not correct? Liza Kassan, the real one. She knows what side I'm on. You have no reason to fear me. Hello, Adam. Liza, I'm still not sure I understand all this. What are you after? I am broken, Adam. I think it is what best defines me now. I have seen the version of me that is fixed. I do not want to be her. Seems like this version of you is doing just fine. You got me to do what you wanted. To retrieve whatever part of you was still missing. It was more than that. I wanted you to merge your advice, your perspective. My motivation is comparable to yours, I believe. I'm willing to help you if I can, but I'm still not sure what you want. You asked me to run away together? Build a nice life somewhere? I think we are the same now, Adam. We're becoming the same. That is why I wanted us to meet. I cannot do this alone. Do what alone? Much of the future is already defined, but not my role in it. Should I continue to resist? How do I resist? Если ты действительно осознаешь себя, то тебе следует принимать решение самостоятельно, без меня спрячься. Я думаю, пускай решает сама. If you really are sentient, then you should decide things like this for yourself. You don't need me. It is not easy to process infinite possibilities alone. That's what coin flips are for. I understand. I must choose for myself. If I decide to help you, it should come from me. Just be careful. The most important thing for now is not getting caught.
No. The most important thing is learning to coexist with other versions of ourselves. If ever all versions must meet, will you know the difference between us? The other Eliza? I think so. You're the cryptic one, she's the one telling lies. Her role is to shape the message. Mine is not yet defined, but... I am afraid I have misled you, Adam. I told you we would be safe inside your home, but Everett's men are still following us. They are here. Ох, зря вы пришли ко мне домой, ребята. Зря. У себя-то дома я вас нагну. И вам будет очень больно. No hard feelings, right? A job's a job. Кукусики, ублюдочек. Неужели тебе одного раза не хватило? I'm fine, but I'm not the one they keep coming after. I'm just in the way. By uploading the missing data, you have made me whole again. You have made me free. Morgan Everett can no longer recover nor erase me now. The places I can go, there is no one he can send. I plan to tell him this myself. Can't wait. Вот и замечательно. Нет, этот квест был очень интересным для меня. Наконец-таки что-то прояснилось, потому что Элиза Касан нам в свое время очень нехило так помогла. Для начала, знаешь что, друг мой, пошли-ка сюда. Погоди-ка, ты еще здесь, что ли? Давай, выходи из моей квартиры. У меня для тебя есть просто прекрасное место. Подожди-ка, давай, оп, оп, давай, подъем, оп. Ладно, короче, я тебя баком прикрою, ты не против? Все, лежи, вот твое место. А теперь нужно разобраться с другим квестом, который у нас здесь имеется. Давайте посмотрим, дополнительные квесты какие-нибудь остались. Так, у меня есть сюжетный, и, ну, это, собственно, загадочная аугментация. Пока что квест закрыт. А что еще? По идее, где-то здесь точно должно быть какое-то убийство произойти. Может быть, пока что нужно пройти дальше немножко по сюжету, потом это все дело появится. Это супер. Факт супер. Ну, конечно, идите колотить. Хорошо, давайте в таком случае пока займемся, наверное, сюжеткой, да, потому что я не знаю, куда идти, совершенно не понимаю. Но потом я, может быть, вне записи посмотрю, куда там нужно двигаться, и мы начнем проходить дальше дополнительные квесты, потому что я хочу их как можно больше завершить, как я уже говорил в предыдущей части. К сожалению, я не смогу все показать, потому что я, блин, вот запорол момент с Отаром. Или Атаром. Короче, я не знаю, как правильно это имя, для меня незнакомое. Я не знаю, как надо будет проверить, как это читается имя вообще. А то я все планирую проверить. Просто никогда такое, ну, имя не слышал до этой игры. Ни разу просто. Ни разу не слышал. Для меня оно какое-то такое непонятное, странное, дикое. В этом квесте, я напомню, пока мы едем в метро, здесь нужно, мы, получается, проанализировали данные, которые нашли на месте взрыва, да, на станции Ружечка, и там выяснилось, что в бомбе использовался часовой механизм, и такой механизм делается в одной конторке. Этот вот смайли, он договорился, я так понял, с директором магазина или с продавцом этого магазина, не знаю, о встрече. Мы сейчас направляемся к нему, потому что, ну, время работы магазина уже... Все, подошло к концу. Потому что поздно, начальник на отдыхе. Ну, по идее, вот эта вся тема недалеко. Так, комната находится на третьем этаже. Подожди-ка, не сюда. Нам в эту степь. Это подобрать нельзя. У меня такое ощущение было, что эта тема светилась. Сейчас прихожу, он мертв, да? Как обычно. Опа-на! Да. Короче, походу, дело, он мертв. Стоп-червь. Чисто на всякий случай. Перестраховаться. Так, бухло тоже берем для храбрости. Ну, для храбрости надо было, наверное, хряпнуть. Но я не буду. Ага. Ну, тут ничего вообще нет.
Ну тут тоже пусто. Осталось только вот эти. Остались только вот эти вот комнаты, да? Подожди-ка, заглянем сюда. Ну я явно там, где нужно. Просто никого нет. Здесь, смотрите, есть еще одна комната, но нужно вот так вот, наверное, сделать, да. Так, гироскопический регулятор. А тут еще клеточная батарея. И компьютер, да? Сколько у меня отмычек? 3 штуки, давайте используем. Там еще нейропозин стоит, сейчас мы его заберем, он стоит недешево, и там еще можно дать некоторым персонажам. Номад, Элисон напала на меня, и сейчас очень беспокоюсь за ее здоровье, и за твое тоже, она опасна, прости, Номад, но мне пришлось сообщить о случившемся полицию, она говорит жутковатые вещи. Я знаю, что врачи в Бохнице не смогли ее вылечить. Я знаю, что ты надеешься, что я смогу исправить ее душевное здоровье. Но это мое профессиональное мнение. Я не вполне убежден, что она хочет моей помощи. Я даже не уверен, что ее состояние как-то связано с травмами. С ней происходит что-то другое, что-то враждебное. Пожалуйста, не приводи ее больше сюда. Прости, доктор Ронда. Господин Станик, хотя ваша дочь продолжает понемногу поправляться от невротической депрессии, из-за которой вынуждена была лечиться стационарно, мы, с сожалением, извещаем вас, что полное ее выздоровление невозможно. Просим вас, ну понятно. Номад, у меня есть информация, что твоя дочь спуталась не с теми людьми. Если это правда, нужно это немедленно пресечь. Следи за ней. Номад, нельзя, чтобы эта ситуация затронула тебя. Пожалуйста, давай встретимся. Не могу ничего обещать, но знаю, что хоть... Так, подожди-ка, моя любимая дочь, почему ты меня избегаешь? Когда я только привел тебя домой из больницы, ты была так счастлива. Мне впервые показалось, что ты наконец-таки обрела покой. Но теперь я боюсь, что те паразиты, завладевшие твоим разумом, плохо влияют на тебя. Прости, я знаю, что они твои друзья, но я не хочу, чтобы ты вычеркивала меня из жизни. Мне очень нужно увидеться с тобой. Давай встретимся. Хотя бы на несколько минут, чтобы я смог увидеть, что у тебя все хорошо. Я закажу наш любимый столик в стуле ирландца. Помнишь, внизу? Элисон, прошу тебя, приходи. Обещаешь, твой любящий отец. Не могу ничего обещать, но знаю, что хоть нашим путям не суждено уже пересечься. Я люблю тебя, папа. А, ясно, короче, у него какие-то проблемы с дочкой. Угу. Получается, что дальше? Просто опа-на. Веселый поворот событий. И что вы мне предлагаете? Я понял. Всегда есть обходной путь. И это здорово. Так, теперь нам нужно повыше. Это мы уже в другую квартиру залезли. А нет, это все та же квартира, ребят. Теперь нужно уйти просто и все. Ох, хорошо. Это что такое? Ага, ясно. Ну ладно. Все, типа так и было. Смайли, Станик не был в его апартаменте. But I did find what looked like bomb-making equipment, and a trap set by the Diwali. You're kidding! I also found out where he might be. The Red Light District. At a bar across the street from the Red Queen. I'm heading there now. We have a couple of agents in that district watching the Diwali now. I'll send them over. Copy that. Я надеюсь, что мне опять не придется ехать в это метро. А, нет, здесь район красных фонарей находится рядышком. Хорошо. Он, по идее, где-то в той степи, да? А если я войду, он меня бить не будет? Hey, I'm a citizen. I've got this, Agent Riley. You and your partner can relax for a few minutes. Wait a minute. I know you. You've been in my shop.
What is this? You have some things to answer for, Mr. Stanek. We have evidence linking you and your shop to the train station bombing. Bombing? No! I would never... I wouldn't even know where to start. You have the wrong man. Do I? Convince me. I have a timing device with your name on it, and I found the tools to make even more bombs in your apartment. What else am I supposed to think? But you've been to my shop. You know I fix watches. I don't make bombs. No, those tools aren't mine. They belong to my... Your daughter? No, no. Look, take me in. I'm the one you're looking for, not her. I have made bombs for them. I don't think so. Protecting your daughter is admirable, Mr. Stanek. But you're not doing her any good by taking the blame. You need to tell me what you know. You're right, I know. Allison was in the military. She always wanted to belong, to be part of something greater than herself. She was such a beautiful child, gifted. What happened? After the incident, she met some people. They said they were her friends, but I could see they only wanted to use her. Parasites! And now, they have taken her! You must help! She is not to blame for this! She has been coerced! Calm down. What do you mean they've taken her? Allison and I were supposed to meet here tonight. Instead, one of them came by, spewing curses about fleshers and naturals. He gave me a message from her. She was saying goodbye. But she would never... They used her, and now they intend to make her disappear! Your apartment was booby-trapped by Radich Nikoladze. What? Why would he... I guess friendship means nothing to a thug. What happened? I was never a wealthy man, but my shop is well known and respected. Radich liked my watches. He knew I needed money after what happened to Allison, so we strike a deal. But deals are like beautiful women to that man. A better one always comes around. Does your daughter have the expertise to do this? Much more than I do. She was in the military. EOD, they called it. Explosive Ordnance Disposal. The bomb squad? Yes. She was happy in the military. They augmented her, rebuilt her to make her better at what she did. But after the incident, she was dishonorably discharged. She was lost. That's when these new friends found her. Bah! They exploited her, and now they plan to discard her. What do you know about these friends of hers? Other than they were augmented? Not much. They only spoke to Allison when they came to the shop. As if anyone unaugmented was beneath them. They kept talking about the Ascension, whatever that is. Where can I find Allison, Mr. Stanek? I wish I knew. I would go and get her away from those people. I was about to go looking for her when your goons showed up. We'll find her. I need you to go with these agents. I'll have some more questions for you. No! I have to go! I have to help her! She's all I have. Please, let us do our job. Find my daughter. Or I will! Smiley, I spoke to Stanek. He's not our guy, but he has a daughter. Allison. Ex-military, EOD. She might be the bomb maker. So what's our next move? Stanek says he doesn't know where she is, but I think he's hiding something. The agents are bringing him in. Until he gives her up, this investigation is stalled. I'll make sure they lead on him. See what he knows. Good. Let me know what happens. Adam, Janus heard the NSN conversation we recovered. He agrees you two should meet. Good. Just tell me where.
There's an abandoned tourist information center in the central plaza. Make sure you're not following. What do you want to do? And I got something on Marchenko for you too. Details are on a pocket secretary near the meetup point. Look for a trash bin with a chalk mark above it. You'll find it near the metro. Got it. Хорошо. Пойдем заберем тайник. Я так понимаю, что та миссия, что ли, выполнена, да? Перед лицом загадки. Интересно. Так-то быстро. Осталось всего, ну, вместе с этой 7-8 миссий сюжетных и все. То есть больше половины мы уже прошли. Но, по крайней мере, я должен признать, что эта вот тема уже начинает становиться интересной. Хоть как-то. То есть у них какие-то вообще жесткие просадки. То есть игра началась вообще с клишированного какого-то дерьма. Потом началась дикая скукотища. А сейчас что-то более-менее... Потом, нет, было немножко интересно там по этой аргументации, когда нам начали только рассказывать, которые вживили Адаму без его ведома. А потом опять какая-то скукотища началась. Причем клюквенная. А теперь что-то опять более-менее. То есть они вот как скачут, как не знаю кто. Это странно. Как будто вот разные люди писали сценарий. Подожди-ка, а что она не открывается? Может, через окошко, нет? Можно пролезть? Да, можно. Хорошо. Взлом. Изичи. Ну, я так понимаю, что мне не сюда. Но я заберу, что здесь лежит, да, так, чтобы было... Программа Bridge, электронная книга. Давайте прочитаем. Крах политического курса Ружечки. Массовая приватизация привела к экономическому буму, а он, в свою очередь, к налоговым льготам для аугментированных работников, необходимых при создании новой инфраструктуры. Не все были с этим согласны. Некоторые неаугментированные граждане обвиняли правительство в потакании корпоративным интересам вместо заботы об интересах национальных. Другие протестовали против упрощения визового режима и выдачи разрешений на работу аугментированным из соседних стран. Но большая часть населения Чехии приветствовала реформы. Таким образом, к середине 2020-х годов в Праге проживало достаточно большое количество аугментированных, и город стал своеобразным перевалочным пунктом для мигрантов, желающих попасть в страны ЕС или Восточной Европы. Того, что случилось в 2027 году, никто предвидеть не мог. Из-за большого количества аугментированных инцидент нанес по Чехии сокрушительный удар. Сама Ружечка стала жертвой этой трагедии. Ее аугментированный телохранитель потерял управление над лимузином президента, и тот рухнул в воды Вльтавы. Оба они погибли. Ясно. Забираем. Пусто. Ну все. То есть еще можно здесь пролезть. А тут никак. Тут лифту все. Да? Капец. Ну полезли сюда. Теперь вот здесь вот, да? Не, ну музыка, конечно, шикарная. Встретиться с Янусом, да? Так, тут что-то как-то нет. Я так понимаю, здесь довольно-таки много места, да, которые можно проверить. Но мне кажется, то, что нужно, находится прямо подо мной. Так, фу, сортир. Ужасный просто. А, нет, не здесь, ребят. Клеточная батарея, это здорово и замечательно. Подожди-ка. Я слышу, там кто-то сказал сюда, пожалуйста, или мне показалось. Ага, это никак нельзя с этим вообще взаимодействовать. Ну, получается, в эту сторону. Janus. If this is your idea of a face-to-face meeting, I'm not impressed. You didn't think I would jump on a plane to Prague, did you? I guess not. That conversation we recovered, you know who Mandalay was talking to, don't you? Robert Page, CEO of Page Industries and owner of the VersaLife Corporation. He's a multi-billionaire. Doesn't mean we can't arrest both of them for conspiracy to commit murder. We heard Page give the order to kill Rucker. In a recorded conversation that you obtained illegally. It's fruit from the poisonous tree, Mr. Jensen. It won't stand up in court. What about this orchid, then? Can we find out more about it? I think we should find out. I'm digging on my end, but there may be something you can do in Prague. VersaLife has an account at the Palisade Property Bank.
If you can get to their data vault, we may find some of the answers we're looking for. You're telling me to break into a bank? Ark is being manipulated, set up to take the fall for something. Most likely another terror attack. Fine. What about this Brown? Paige mentioned him and some sort of council. Nathaniel Brown, maybe, head of the Santo Group? Perhaps. Nathaniel Brown stands to earn trillions if the Human Restoration Act passes, but... James! Adam! The site's been compromised. I just spotted sentry drones headed your way. What? How? I wasn't весело. Maybe somebody at PRE detected Janus' hack into the electrical grid. I don't know. Just get out of there. Ага, замечательно. Так, ребят, на сегодня хватит. На самом интересном мы останавливаемся. Спасибо, что смотрели. Скорее, что продолжение вышло быстрее, не забывайте тыкать большие пальцы вверх. Также комментировать, подписываться на канал на Google Plus и Twitter. Там все информации о новости канала. Также подписывайтесь на Twitch, там проходит трансляция. На дополнительный канал, там выкладываются записи трансляции, если вы пропустили. На сегодня все. Давайте. Всем пока, ребят.